Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Продолжаю я рассказывать о своем родном поселке Терлянский. Показываю в этом видео район Черемушки. Значит, мои земляки просили меня показать. Выполняю их просьбу. Оставайтесь со мной. Дома после ремонта красиво смотрятся. Вот такие вот дома. Значит, строился этот район в 60-е годы. По всей стране были свои черемушки. Вот и у нас вот такие вот черемушки. Квартиры в этих домах продаются. Это цена однокомнатной квартиры от 300 тысяч до 400. Примерно так вот продают. На одну, а двухкомнатная квартира, значит, где-то от 400 до 600 тысяч. В общем, можно купить и спокойно жить в нашем поселке. Рядом лес, грибы, ягоды. Комфортно. А вот это вторая школа рядом с районом Черемушки. Многие земляки мои учились в ней. Есть у нас вот такие вот дома. Деревянные, старинные, крепкие, из лиственницы, в общем-то вечные. То есть, как видите, отопление индивидуальное, газовое. Это вот такой дом на улице Чкаловой. Специально я его снимаю. Подписчики меня просили этот дом снять. Делаю приятное для них. И вот такой еще один дом на улице Чкаловой стоит. Двухэтажный, старинный. Раньше их было много, но сейчас осталось два дома. Вот здание бывшей вечерней школы. Сейчас здесь наш Терлянский сельский клуб. Ну, как нам обещали, нам новый клуб построят в следующем году. Будем в новый клуб ходить. Пятая школа. Друзья мои, продолжается наша экскурсия по нашему поселку. Смотрите. Наше здание, детсада, ясли. Вдали вот район Шанхай. Ну, пойдем, еще пройдем, гуляем. Вот новый магазин открылся, Магнит у нас весною. Друзья мои, покажу вам еще наш поселок немного. Вот такие вот дома. Школа. Я вам рассказывал про нее уже. Недавно тротуарчик построили новый. Это радует. И вот такие два дома стоят на улице Сверлова.
Покажу немного эту улицу. Такая вот улица. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною, посмотрели это видео. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир.